Привет, ребят. Мы доехали до следующего вулкана, вулкан Брома. И заселились вот в такой вот отличный отельчик. Сейчас я вам покажу. Начинается он с ресторана. Очень стильно все сделано. Более чем книги. Все комнаты отдельно. Очень приятное место. Прямо очень. А все зелено вокруг. По сравнению с тем, где мы были до этого. Мы ночевали в таком аду, что вам просто не передать. А там не было туалета. Ну, в общем, рядом с другим вулканом просто был очень ужасный отель. То есть туалет был, но лучше бы его там не было вообще. А сейчас покажу, как выглядит, в принципе, этот отельчик. Он действительно зеленый, крутой. Здесь свежий воздух, потому что мы в горах. Нет духоты, потому что ночь. Ну, в общем-то, да, вот таким вот образом все это дело выглядит. То, как мы сюда ехали, это вообще отдельная история. Нам дали машину, мы увидели в прошлом видео, в которой мы ехали вдвоем. А потом мы ждали 4 часа на какой-то жуткой жаре на перевалочном пункте. Мы сидели и ждали, когда же за нами приедет следующий автобус. Я бы что-то споткнулся просто. Сейчас покажу вам наш номер. Я очень был удивлен, что здесь более-менее качественные номера. Особенно на контрасте с прошлым номером, который мне стыдно было даже показывать. Смотрите, что-то типа чайханы. Там вот. А на контрасте с прошлым номером это просто идеально. Сейчас я вам покажу. Секунду. Можно зайти? Да. Я с камерой? Ну тогда уйди куда-нибудь. Сейчас, ребят. Тихо уйдет. Ушла? Закройся. Спасибо. Просто поскольку одним дублем все это делаем. Вот так вот выглядит наш номер. Очень приятная кровать. Да, большая. Все стильно. Все более чем стильно. Такое, как будто ты живешь в огромной корзине. Это действительно прикольно. Потому что ты прям ощущаешь себя в горах. Что прикольного в ванной? Подписана горячая вода. По-русски, что ли? Нет. А там нет зеркала, чтобы я тебя нет. запалил, нет? Ну, давай. То есть, понятно. Кровью, что ли? Что это вообще за ад? Ладно, ребята, мы будем очень аккуратно ночевать в этом отеле. Всем спасибо за просмотр. На этом мы заканчиваем наш ролик. Оу, сейчас упаду. Заканчиваем наш ролик. Завтра нам в 4 утра вставать и подниматься вверх на вулкан, чтобы смотреть рассвет с него самого. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы здесь первый раз. И знаете, что это у нас не полноценное видео. Посмотрите другие плейлисты, ролики. Там есть ролики с монтажом, не одним дублем. Одним дублем они выпускаются, потому что в поездке монтировать нереально. Приеду, все смонтирую. На этом все. Покедова.